Друзья, приветствую вас на канале Криптомани, и мы продолжаем охотиться за бесплатными монетами и токенами на различных проектах. В сегодняшнем обзоре я хочу вам донести важную информацию касательно аирдропа Vault100. На него я ранее делал обзор, и в предыдущем обзоре я завтыкал и забыл вам рассказать и показать, куда же мы будем выводить заработанные с вами токены. За это я, конечно, дико извиняюсь. Для этого, когда вы выполнили все задания, вам нужно будет перейти во вкладочку «Мой профиль». Для этого вы наводите на свое имя или нажимаете. После этого нажимаете на «Мой профиль» и здесь вставляете свой адрес эфириум кошелька Myether Wallet или MetaMask. И нажимаете «Обновить профиль». Профиль обновляется, и кошелечек добавляется вам сюда. И еще хочу сказать касательно реферальной программы. Здесь только первые 5 человек, которые перейдут по ссылке реферальной, получают дополнительно 2000 токенов. Они отображаются вот здесь. И я подтверждаю, что они перешли по моей ссылке, и они получают дополнительные токены. Остальные токены эти уже не получают. Они зарабатывают только токены за выполнение задач, подписку в социальных сетях. И вот мы видим, что Михаил Долголюк, мой товарищ, перешел по моей ссылочке, и он уже был 6-м, и токены он не получает. Мы видим, что приглашение отклонено или ограничено. Аирдроп продлится до середины июля, и те, кто еще не участвует, переходим по ссылочке, которая будет находиться внизу под видео, выполняем простые задачи в социальных сетях и зарабатываем токены. Кому интересен проект, можете посмотреть обзор у меня на канале, подсказочка здесь будет с правой стороны вверху. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. А также жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Всем спасибо, пока!